Первая игра, и мы хотели показать, что это самая худшая команда новичков, средних новичков. Ну, я думаю, что фортуна чуть была за нами. А в основном хорошая игра, обе хотели как выиграть. Очень много борьбы было. Ну, я считаю, что по булитам, ну, нам повезло. Анатолий Чеботарин лучший голкипер в мире? Да, считаю, что да. Сегодня доказал. Ну, наверное, немножко удачи не хватило. Это очевидно, то, что напрашивается. Если бы мы из этих моментов хотя бы один использовали, понятно, что эту игру бы мы выиграли. Но это сослагательное наклонение, оно уже неприменимо в футболе. Нужно теперь искать какие-то причины неудач в себе. Но я думаю, что если бы «Авангард» сыграл бы на 100% возможностей, то сегодня, ну, не было бы никакого шанса у соперника. И мне кажется, и психологически до игры как будто бы «Авангард» выглядел поувереннее. И в течение всего матча, безусловно, тоже. Но нужно искать, где недоработали мы в первую очередь. А всю игру в воротах отыграл Сергей Журик. По булитам выпустил Кирилла Челоч. У него была травма, перелом руки. Почему он? Это изначально тренерское решение, что Кирилл, если он готов физически, а он готов был именно вот на эту булитную серию, то булитную серию отрабатывает Кирилл Челочи, более фактурный, больше подходят его физические данные, скажем так, для булитов. Мы, в принципе, сегодня это в очередной раз увидели, убедились, он отыграл там здорово, я не знаю, что случилось в моменте, когда судья зафиксировал фол. А спарить будете эту ситуацию? Мы хотим еще раз пересмотреть, сейчас же на эмоциях, если нам покажется и после того, как голова будет холодной, что там нарушения правил не было, то, конечно же, будем писать протест.